По политическим делам. Вы в феврале объявили о создании комиссии по проверке 38 уголовных дел, так, начатых по политическим мотивам. К какому общему выводу пришла комиссия? И какова судьба всех этих 38 дел? Если вы готовы сейчас в общем сказать. Я готов на любой вопрос ответить, потому что я мониторю все, что происходит, и знаю все, что происходит в системе прокуратуры, несмотря на то, что каждый прокурор имеет свою процессуальную самостоятельность. Мы разобрались со всеми или с большинством абсолютным этих дел. Мы согласились с оценкой, которая была дана целым рядом международных организаций о том, что в этих делах усматриваются элементы политических преследований. Те дела, которые находились на стадии предварительного расследования, да, по этим всем делам приняты решения, за исключением дел, связанных с Ренатом Усатым. При том, что в этих делах нет никакой доказательной базы в отношении Рената Усатова, но для принятия решения мы должны его формально допросить. Так вот, ну, господин Усатый не находит время общения с прокурорами пока. Вот, но он об этом извещен, он об этом знает, он знает, эти выводы основаны на тех материалах дела, которые есть.